За прогулки по Орловскому Полесью скоро придется платить. С 1 апреля 2021 года стоимость посещения национального парка составит 150 рублей с одного человека. Взимать плату будут с тех, кто не проживает в населенных пунктах на границах Полесья. Оплатить прогулку можно будет по QR-коду в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или наличными сотрудникам парка. Тех, кто решит прогуляться по парку бесплатно, будут штрафовать на сумму от 3 до 4 тысяч рублей. Бесплатно посещать парк смогут инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, являющиеся полными кавалерами Ордена Славы. Также плата не будет взиматься с героев труда, инвалидов и сопровождающих их лиц, детей дошкольного и школьного возраста, малоимущих семей, пенсионеров, сотрудников парка и еще некоторых категорий граждан. Размещение на туристических стоянках и пикниковых точках будет платным для всех. Подробнее с новыми правилами посещения национального парка можно ознакомиться на его официальном сайте orlpolesie.ru или в группе Орловского Полесья ВКонтакте.